состав западной группы войск на всех этапах вывода проявил отменную организацию, продемонстрировал высокую управляемость. Это значительное событие как бы подводит черту под целой эпохой послевоенной Европы и дает нам повод еще раз задуматься об уроках истории, о цене и смысле войны и мира, о судьбах отдельных людей и целых поколений. Вывод российских войск с территории Германии – это не просто привычный для людей военный процесс передислокации на новое место воинских частей, личного состава и боевой техники. Прежде всего, это отражение жизненных реалий и позитивных перемен, которые произошли в мире в последние годы. А мы теперь хотим вот собрать вас всех и рассказать, как мы живем, как мы служим.